красном ринге Сафин Слава, спортивная школа «Строитель». Ему 14 лет, боксом занимается 4 года. В ринге провел 9 боев, одержал 6 побед, имеет 3-й юношеский разряд. Тренируется под руководством Антипова. Умнов Аркадий, спортивная школа «Строитель». Ему 14 лет, боксом занимается 4 года. В ринге провел 14 боев, по 9 одержал победу. Имеет 2-й юношеский разряд. Является финалистом первенства Республики Татарстан 2020 года. Тренируется под руководством Мельникова. В этом бою единогласным решением судей победу одержал боксер синего угла Умнов Аркадий. Награждение проводит главный судья соревнований Авджан Мистропович.
За второе место награждается Сафин Салават, спортивная школа «Строитель». Ваши аплодисменты. За первое место награждается Умнов Аркадий, спортивная школа «Строитель». Thank you.